Вы не русские, а мы русские. Если они вернутся, они потеряют деньги. Россия их, скорее всего, не примет, потому что для меня они предатели. Я думаю, что будут возвращаться, некоторые будут возвращаться. Потому что жить вне родины – это очень сложно и тяжело. Это не каждому удастся. Мне все равно. Что я еще могу сказать? Ну, ехали, ехали, до свидания. У кого есть финансовые возможности – не будут. А у кого средние финансовые возможности – будут возвращаться, потому что настрой недоброжелательный к нашим соотечественникам. Я бы им не советовала, мы их уже не любим. Живите там, где вам хорошо. Вы не русские. А мы русские. Судя по мировому отношению и так далее, будут возвращаться. Ну, я думаю, что часть соотечественников, конечно, вернется в первую очередь, потому что я думаю, что у многих здесь находятся их семьи. Не вернутся, скорее всего, из-за финансовых соображений. Если они вернутся, они потеряют деньги. Это и главный мотив. Ну, мне кажется, наверное, будут возвращаться, как улучшится обстановка между странами. Не знаю, это у них спрашивать нужно. Ну, я вам скажу, что я патриот своей страны. Все, кто уехали, пусть уезжают. Мы здесь нормально без них себя будем чувствовать. И жить дальше, и строить свое будущее. Я думаю, Россия победит, и все будет с Россией хорошо. Россия их, скорее всего, не примет, потому что для меня они предатели. Если в тяжелое время для страны кто-то уезжает, ну, если посмотреть на историю, там у нас были Вторая мировая. Вот представьте себе, в сталинское время кто-то бы уехал, когда напали бы фашисты, да, на страну. Как бы к ним относились? Как к предателям родины, их вообще расстреливали бы всех, каждого. Решили уехать, слава богу. А вот, значит, не было отечеством для них наша Россия. Тут у каждого свой выбор. Зависит от того, как будет именно развиваться эта спецоперация, и когда она закончится, и чем. Сейчас все закончится и вернутся непременно. Да я смотрю, уже потихоньку начинают некоторые возвращаться. Не всех, конечно, но определенное количество, наверное, не стоит все-таки возвращать сюда. Просто некоторые говорили высказывания резкие, слишком резкие по поводу нашего государства. И поэтому, я думаю, такие вещи как бы нельзя прощать. Я бы их вообще не возвращал. Пускай там и останется. Будут возвращаться. Мне кажется, нужно наполнять нам, чтобы у нас все хорошо было. Люди нам нужны. Мне кажется, что вопрос, будут ли они возвращаться, зависит от двух моментов. Насколько им там хорошо или плохо, и насколько им хорошо или плохо будет, если они вернутся. А те, которые патриоты, уехали только в расчете, потому что там прижали какие-то их свободы или достоинства, или еще что-то, подождут, пока изменится ситуация в России. Если она изменится, ну тогда вернутся, если им именно дорога сама Россия. А если они космополиты, если для них важно хорошо там, где им хорошо, то они останутся там, где им хорошо.